Друзья, ТОП-САД, вы на канале Людмилы Владимировны Самородских. Манжурский орех. Нам сказали, что орех, в общем-то, громадный, большой, и действительно было сказано правду. Но то, что несчастье помогло нам на счастье, когда в мае месяце напали майские жуки, объели все листья, не только вот этого ореха, но и вот облепиха, которая растет справа. Мы обработали это березовым, как называется, березовый деготь. Помогло, но поскольку у соседей этого препарата не было, то жуки, короче говоря, объели весь все дерево. Какое же наше удивление, что по себе этот орех вырастил новые листья. И надеюсь, в следующем году мы будем с урожаем орехов. Удивительная крона, потрясающая форма дерево, такая субтропическая, вызывает, ну, просто умиление. Ну и два слова. Экзотические листья, да. Очень красивые, такие ажурные. И вот все дерево имеет такой просто шикарный вид, нарядный, шикарный вид. Но это еще не все. На самом деле, кроме этого, манжурского ореха у нас есть и фундук.